Выдача документов стартовала 15 июня. Из 5279 жителей округа, имеющих право на получение удостоверения «Дети войны», 3405 человек уже воспользовались им. Выдача продолжается, и всех призываю прийти в библиотечную систему на Ленина 30, получить удостоверение. Если нет возможности прийти по состоянию здоровья или иным причинам, можно обратиться по номерам телефона, по горячей линии, и наши волонтеры доставят их на дом. В силу, опять же, определенных причин по состоянию здоровья могут обратиться за удостоверением ближайшие родственники, дети, внучки, внуки с соответствующими документами. Забрать удостоверение можно в Нефтекамске на Ленина 30 в центральной библиотеке в будни с 10 утра до 6 часов вечера. Все подробности по номеру горячей линии 8 962 535 0607 в рабочие дни с 9 утра и до 6 часов вечера. Жители сел Амзя и Энергетик могут обратиться в отдел по работе с территориями, а жители Ташкинова в сельскую модельную библиотеку. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Стоит отметить, что в связи с праздничными выходными выдача удостоверений на следующей неделе продолжится со среды 21 июля. Зульфия Амирова, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей».